Остались ли эмоции после такого матча? Ну, просто у нас через день еще одна игра важная для нас, поэтому нельзя расслабляться. Да, выдали все эти 4 очень тяжелые игры, но нам они необходимы, победы были, поэтому постараемся сохранить этот настрой, дух. А довольны сегодняшней игрой? Ну, на 100%, конечно, не могу сказать, что доволен, потому что были ошибки, где-то не дорабатывали. Хорошо, что довели до победы, но проблемы были в нашей игре. А чем объясняется вот те моменты, когда не клеилась игра? Ну, 4-я игра за 5-й день, конечно, усталость. Ребятам тяжело, конечно, накопилось, усталость. Практически приходилось на 3 звена переходить, поэтому на этих ребят повышенная нагрузка ложится, и, естественно, это сказывается. То есть можно ли сказать так, что усталость, которая сказывается на всех игроках, сказалась на игроках 4-го звена, да, которые, собственно, в какой-то степени и были виноваты, да, вот в двух пропущенных шайбах? Ну, в том-то и дело, что они в такой ситуации должны помогать остальным пятеркам, брать на себя какую-то там дополнительную работу, чтобы партнеры смогли передохнуть, но, к сожалению, у них не получилось. Как отнеслись, или, скажем так, оцениваете игру Трифонова сегодня, Алексея, вратаря Северных Волков? Ну, не хочется хвалить, но на очень приличном уровне выступают. Хотелось бы, чтобы у нее все сложилось в дальнейшем. Рига была сегодня посвежее почему-то, да, казалось? Ну, очень хорошая команда, и мы ребят настраивали, что надо серьезно к этому противнику подходить. Минутное расслабление, сразу будет наказание. Так и получилось? Да, в принципе, так и получилось. Как вы даже не оцениваете, да, как предполагаете, как пройдет матч с Татранскими Волками в субботу? Ну, судя по результатам выездного турне, им терять нечего, им эта игра нужна будет, наверное, больше, чем нам даже. Вполне верно, что это будет самая сложная игра. Да, я думаю, да. Я думаю, что все, что у них есть, они бросят в бой, потому что им отступать тоже, как и нам, уже некуда. Все, спасибо. С победой вас.